Привет, друзья рыболовы! Сегодня буду рыбачить в Египте на Лакой пирамиды. Пришел я сюда за тем, чтобы участвовать в турнире по ловле селедки, а точнее финты обыкновенной. Ловить я ее буду на красный мелкий твистер. Это излюбленный цвет сельдевых по описанию в игре. И в прошлом обзоре я уже показывал, как поймать финту большого размера, крупную, для того чтобы открыть локацию пирамиды. Но в этот раз нам крупная не нужна, нам нужно количество как можно больше, а количество быстрее достичь, ловля на твистер красный мелкий. И вот она, чудесная рыбешка, виляет хвостиком, и бонусная наживка.